Слава Украине, привет всем от Полонского. Помните, я вам рассказывал, что в ЕС готовят кредит в 50 миллиардов долларов, хотел сказать евро-долларов, для Украины, да. И многих оно как бы покорежило, потому что, ну а как мы будем возвращать такой кредит и так далее. Но вот сейчас этот кредит уже переходит в такую, знаете, финальную стадию. И я в двух словах объясню, что это за кредит и каким он будет образом работать. Значит, прежде всего, Еврокомиссия планирует в самое ближайшее время, они выразились таким образом, что очень скоро внести предложение о пакете кредитов на 50 миллиардов долларов и сделать, закончить всю юридическую работу с этим кредитом в течение этого года. Но вот теперь самое интересное по поводу того, а кто же отдавать будет, чьи деньги? Да, кредит будет, да, действительно, Украине, но отдавать его будут, то есть, но дают его под залог не арестованных, а замороженных российских денег, которые находятся в той же самой странах ЕС. То есть, получается следующая картина. Да, Украина, в принципе, берет этот кредит и может по нему платить, но может и не платить. Если она платить не будет, то никакого дефолта, ничего не будет, просто, знаете, как вот в банке система гарантов, да? То есть, вот ты берешь кредит, а у тебя есть гарант. Если ты не платишь банку, все равно, кто там будет платить, да, ты или твой гарант, вот. Они пойдут, и твой гарант все заплатит. Вот в данной ситуации Россия выступает гарантом Украины со своими деньгами, замороженными в европейских банках. То есть, если Украина откажется платить этот кредит или не сможет, а всем понятно, что Украина не то чтобы, может, она и платила бы, но сейчас у нас нет денег, мы платить их не сможем. Вот. То заплатят сами европейцы, просто из одного счета переведут деньги на другой счет. Все равно эти деньги физически находятся у них, они заморожены в этих же банках. То есть, собственно говоря, тут будет просто внутриевропейский перевод на погашение кредитов. То есть, деньги получим мы, а за кредит будет расплачиваться Россия. Все, как доктор прописал. Да, и, конечно же, СВО идет по плану.